Бівел – український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Приветствую всех на канале Маткоот. С вами я, Ива Бак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня 2 августа. Сейчас вместе с вами посмотрим на наличие клеща на планшетах. Ну, я буду с вами честен. Я, конечно, пару уже семейек посмотрел, пока Машенька пришла с утра. Ну, какую я картину обнаружу? Я посмотрел буквально вот тут 3 штуки. Где 1, где 2, где 3, где может и 0. Ну, по большому счету, то, что я и пытался увидеть, не, вернее, ожидал увидеть, так как, ну, этот год, ну, на это есть причины. По большому счету, всегда у нас небольшое количество клеща, только выборочные семьи прогрессируют огромное количество клеща. А в этом же году, конечно, было бы странно увидеть много клеща, так как в прошлом году осенью мы обрабатывали очень интенсивно. Это были и полоски, и пролив. Весной мы опять же добили в безрасплодный период последние остатки клеща. И вот спустя весь сезон, сейчас начинаем обрабатывать. И в течение сезона мы особо клеща не замечали на пчелах, так как, ну, не только можно клеща на пчелах увидеть, клещ тянет за собой определенные последствия. Это и разные ослабления семей, и разные и пестроватость в расплодии, и различные заболевания, ну, короче, и агрессивность и тому подобное. Всего этого мы в течение сезона не замечали, соответственно, клеща не так уж должно быть много. Под уликами можно заметить, как они грызут полоски. Это говорит о том, что контакт с полосками идет. Это буквально еще не прошло 24 часа, так как мы их ставили в обед, а сейчас 6 часов утра. Соответственно, контакт идет довольно хороший. И полоски, конечно, если такими темпами, это сгрызут очень быстро. Ну, там у нас 3 полоски, соответственно, пускай грызут, пускай контактируют, пускай рвут, пускай оздоровляются. Это раз. Но перед тем, как посмотреть, давайте еще посмотрим, что же у нас происходит на территории, скажем так. Так как нередко можно увидеть на просторах Ютуба в момент обработках такое явление, как некоторые ребята, ставившие какие-нибудь полоски или проливали каким-нибудь препаратом, или ставили, ну не знаю, различные методы. И есть такие ребята, которые показывают последствия в виде ползающих пчел по траве. Ну, конечно, это такой... Как я воспринимаю, это спорный вопрос, который, конечно, может быть как от препаратов, так же, конечно, и по вине самого пчеловода. В прошлом году мы снимали такой саркастический ролик на эту тему. Но, тем не менее, давайте, давай, Машенька, зайдем сюда куда-нибудь, в траву. Давай, пошли сюда. И как-нибудь посмотрим. Полоски ставились во все семьи. Вот, видим, как они и на литок вынимают. Во все семьи, которые не воспиталки. Воспиталки на данный момент в 3 воспиталках стоят. Ну, можно сказать, почти во всех. Так как 5 групп воспиталок, а в 3 уже лежат полоски. Соответственно, в 4 семей из этих всех только не стоят полоски. В остальных же стоят полоски. Так, Машенька, видно на земле, чтобы ползали? Есть мертвые пчелы, которые в течение сезона или мы там что-то чистим, или с подганимановской решетки, те, которые не смогли выйти. В любом случае это все есть. Ну, а таких ползающих пчел особо не наблюдаем. Вообще, скажем так, их нет. Так как если бы они все-таки от передозировки вылезали на улицу, ну, откуда появляются эти, скажем так, ползающие пчелы? Начинающие обрабатывать, какие-то пчелы получают какое-нибудь отравление. Им, конечно, это отравление тянет за собой, ну, хотят выйти, скажем так, на улицу и подышать свежим воздухом. Так как вот эта вонь в улику заставляет их немного-то покинуть. Знаем мы все прекрасно, такое происходит в момент работы с дым-пушкой, когда еще жаркие дни, когда мы туда даем клуб дыма, а все пчелы выкучиваются, так как в улье нечем дышать. Соответственно, выходят те пчелы, которые одурманены,
или отравлены, или подтравлены. Соответственно, они теряют возможность слета на какой-то определенный период. Может навсегда, может это последние их конвульсии, и после которых они умрут. Может это просто отравление, которое спустя 20 минут пройдет. Это все надо, конечно, испытывать, дослеживать и тому подобное. И тогда принимать решение. У нас же такое особо не наблюдается, мы этим не паримся. Соответственно, та пчела выходит, падает на землю и начинает ползать. Если в таком количестве, вот как тут стоят 22 семьи, и мы сейчас кинем 200 пчел вот так на траву, будет казаться это очень много. А по большому счету это на этот объем, ну, ноль. Все, друзья, увидели, этого всего нет. Как бы такой вопрос интересует многих пчеловодов, ну, так как переживает. Каждый пчеловод хочет, если уже потратить деньги, то для того, чтобы помочь пчелиным семьям, а не их отравить. Соответственно, это актуальный вопрос, который... на который мы попытались показать ответ. Так, друзья, на этом месте из года в год стоят такие семейки, которые имеют повышенное количество клеща. Вот начнем давайте с нее, так как, ну там я говорю, я уже 3 или 4 посмотрел. А эту посмотрим с вами. Вот это место постоянно почему-то тянет за собой вот такое повышенное процентаж клеща. Позапрошлый год. Это была это и это, я знаю, что стояла там, но сейчас уже там семьи нет. И сейчас мы вместе с вами посмотрим. Ну что мы тут видим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клещей. Но это не 500, как бывало. Это абсолютно не 500, так что... Ну, я уже полоски ставить на место не буду. Нет в этом надобности, дни теплые, закрывать им вентиляцию не намерен. Семьи стояли на двух корпусах, соответственно, стремновато. А, кстати, хочу всех поблагодарить. Я вас спросил о том, как бы все-таки воспользоваться методом, каким воспользоваться методом по избавлению пчелы со второго корпуса в первый. Ну, конечно, многие из вас склонились к тому, что пользоваться пчелоудалителем. Одни посоветовали Никот, не помню, как он называется, но тем не менее. А некоторые посоветовали звездочку. Так что, ну, для себя так скорее всего и будет. Хотя вчера нам надо было снять с 9 корпусов вторые корпуса, вот они все лежат. Ну, тут 5 и там 4. Мы их поснимали. Сказать, чтобы долго, да абсолютно недолго. Если вот такой компании работы, как мы вчера работали, это один стряхивает, один подает рамку с пчелой, и Машенька забирает уже рамку, стряханную пчелой ставит корпус. Ну, трем человекам это довольно быстро. Самое неудобство было, друзья, это вот момент стряхивания. После уже вот на 9 корпус, конечно, меня вот эти подушечки так приболели, уже было неудобно. Соответственно, можно бы обойтись и без пчелоудалителя, можно бы все-таки стряхивать и так в нашем случае, но вот упростите этот процесс. На одном из каналов, или даже не каналов, в Фейсбуке периодически встречаются определенные ролики, я не знаю, это где-то или Вьетнам, или Тайвань, ну не знаю, где-то, короче, судя по внешности людей, это где-то там, где ребята имеют такой агрегат, ну, если с чем-то сравнивать, мне кажется, это лобзик, может, это от него и идет, где стоят щипцы, вот такие, как наподобие, по-моему, кто это делал, Мелисса, такие захваты на рамке, и они, ну, захватывается рамка, и за счет какого-то инструмента оно вибрирует, что просто-напросто всех пчел стряхивает в ту же секунду. Что-то похожее на лобзик. Скорее всего, это и лобзик, просто сделан какой-то под него механизм. Так что вот это бы упростило задачу нам. Так, смотрим дальше. Так. Ну, тут один. Тут один. Ну, видим, да, как грызутся. Раз, два. Раз, два. На воспитательнице я не ставил, друзья. Вот видим, на этой воспитательнице полоски есть. Вон оно как все погрызано, но на воспитательнице я не ставил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, десяток есть. И, ну... Опять сейчас напишите в комментариях, а что ты считаешь, это же не на все дно. Друзья, нам надо понимать, работают, не работают. Если много клеща, значит, на эту четвертую часть дна, которая у нас закрыта,
упадет больше клеща. Если упадет меньше, соответственно, нам его не так много. Конечно, это все можно умножать на 4, да, будем знать всю поверхность всей площади. Также это можно умножать еще на 2, так как какие-то пчелы вылетают в тот момент и стряхивают уже себя на улице. И, ну, об этом нужно много говорить и философствовать. Раз, два, три, 4, 5. Это 6. 6. Раз, два, три. Так, тут больше нету. Раз. Вот тут один. Так, один. Идем сюда. Раз, два, три, четыре. Так, четыре. Ну, тут нет. Или я когда посмотрел, там мог стряхнуть. Тут тоже что-то не вижу. Скорее всего, я когда только что вытаскивал, я, наверное, стряхнул, потому что по два, по три так клеща было. Это не клещ. Что-то я тут не вижу. Ну, друзья, вот такой вот успех. Кстати, видим, как висят теперь бородки. Кстати, вот на этом улье не было второго магазина. Почему там образовалась борода? Даже мне и непонятно. Стоял магазин на корпус на том. Может, пчелы как-то так поменялись. У нас вчера, кстати, друзья, была буря. На том точку, где мы живем, поздувала крыша ориентировочно где-то с 10 ульев. Это второй день подряд. У нас не ночью, а вечером, около 5-6 вечера, налетает такая буря. Большой ветер. Это буквально длится недолго, минут, может, 15. Но вот такой большой порывистый ветер, который поздувал все-таки крыши. Но благодаря тому, что есть кормушка, особо крышу-то сдуло, но пчелам вреда не нанесло. В этих кормушках, конечно, есть вот такая сетка, которая, ну, если то нападет немного воды, то, конечно, немного пчел намочит. Но, как сказать, особо не переживаю, потому что то время, когда у меня на корпусах стояли камни, это приводило мне дискомфорт, так как эти камни надо было постоянно снимать, ложить, ну, они мне надоели вот так в доску. Я решил не пользоваться. И это буквально мы уже год как не пользуемся. Больше года как не пользуемся постановкой камней на крыше. И это вот получилось два раза, пускай будет за полтора года, что сдуло пару крыш. Но особо никакого проблем не принесло. Друзья, так, значит, что мы увидели? Мы увидели то, что контакт с полосками есть. Пчелы их рвут. Какого-нибудь такого отравления не получают, что особо мы не замечаем на пчелах, ну, в виде ползающих пчел. Соответственно, ну, какой-то, конечно, какой-то в любой обработке пчел от клеща, все равно какая-то часть пчел от этого тоже страдает. Но если тут она и есть, то это какая-то минимальная, так как этого особо не заметно. Раз. Увидели, что клеща, как и предполагал я, не так уж и много. О чем это может сказать? Это может сказать, что можно, конечно, может и немного уменьшить дозу, так как мы решили ставить 4 раза по 3 полоски. Но из-за того, что эти полоски, как бы, как это назвать, подаются тому, что пчелы их сгрызают, соответственно, растянуть вот этот период мы хотели каждые 2 недели, а растянуть до 20 дней, но не получится, так как просто-напросто они их быстрее сгрызут, и вот какой-то будет период времени, который не будет обрабатываться. Все-таки будем мы ставить каждые 2 недели, так как в прошлом году, в этом году весной, когда мы ставили, было заметно, что ориентировочно через неделю, через 7 дней, когда мы пришли посмотреть, некоторые полоски были абсолютно сгрызанные, оставались только небольшие кончики, а некоторые были и на 50% еще оставались. Соответственно, пускай, ну, сейчас-то пчелы больше, и сейчас она более активна, нежели в марте месяце, когда мы ставили полоски. Конечно, они сгрызут больше. Но, друзья, тут тоже надо понимать, что полоску-то они сгрызли,
они ее поразносили по всему улю. Вот эта вся шелуха, какой-то процентаж остался в любом случае над нове. Он продолжает дальше работать. Если уже самой полоски в виде полоски нету, так еще остаются эти отходы в виде мусора, который продолжает испарять вот эту отраву, которая будет дальше действовать на клеща. Соответственно, если изгрызут за неделю, то следующая неделя какой-то еще процентаж будет работать. Соответственно, продолжаем ложить по каждые 2 недели, ну, может, уменьшим до 2 полосок. Но пока это, пока мы не решили, пока будем дальше наблюдать. Все как-то так, друзья. Все, больше добавить нечего. Вот такой вот результат. Планшеты, друзья, будем ставить в тот период, когда ставим новые полоски. Потому что сейчас дальше наблюдать за этим не вижу смысла, так как не вижу в этом надобности. Мы тут поставили на этом точку на каждую семью, в которую поставили, соответственно, на другом точку абсолютно их ставить не будем, так как не вижу в этом надобности. Так как то, что препарат работает, он заметно. И, соответственно, когда будем ставить новую полоску, опять ставим, опять наблюдаем. На следующий день опять вынимаем и до следующей постановки 5 полоски опять только поставим планшет тогда, в первый день постановления полосок. Все, друзья, вот такой вот результат на сегодняшний день. Будем дальше наблюдать. Зачем это все делается? Спрашивали о том, а почему ты не ложишь свои. Друзья, это идет, как бы сказать, практическая работа по, как бы сказать, по тестированию данных полосок. Нам необходимо обработать всю пасеку, этим всем оставить и понаблюдать, как это все будет весной, зимой и тому подобное. Хотя в полосках я больше чем уверен, так как после лошадиных обработок в прошлом году весной они показали и так, что остатки клеща, который остался, так они его уничтожали. Соответственно, для того, чтобы конкретно сказать, что все хорошо, все работает и тому подобное, нужен определенный кусок работы. Он будет заключаться от первого до последнего дня обработки и, конечно, наблюдения зимой и весной по развитию. Все, друзья, на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.